Он слышал. Так, тут такой свет ужасный, что у меня видно все петухи. Вот так вот лучше. Привет. Потренировались, теперь едим. Я съела салат с тунцом. Средняя прожарка. Заказывали с кровью, принесли немножко не то, но все равно вкусно. Вот. А мы с Аней ели салат с тунцом. Спрашивайте, что-нибудь расскажу. Говорят, тунец вредно есть. Говорят, тунец вредно есть. Ну, написала тут девушка. Конечно, бред. Тунец не вредный. Дома мы стейки не делаем, потому что дома всегда почему-то они получаются очень дубовые. Ой, привет! Кто? Ты ничего не говоришь? Нет. А какой фильм мы там хотели? Дэдпул. Ну, хочу спросить, как фильм. Кто Дэдпул смотрел? Расскажите, как вам фильм? Я. Ну, как фильм? Понравился? Веселый. Дэдпул крутой. Крутой фильм. Отстой. А я как-то не рассматриваю. Скучный. Не очень. Смотреть. Смешной. Отличный фильм. Короче, 8 против 2, да? Не, ну тут вообще пополам разделились. Пополам. Пошлый, говорят. Ну, многие говорят пошлый фильм. Тогда мы не пойдем. Тогда мы не пойдем, конечно, да. Не для детей точно. Мы вроде не дети. Сегодня так на меня там. Шутки пошловатые. Ну, да, сходим. Потом, может, расскажу, если впечатлит. В общем, нет, в смысле, расскажу впечатление. Ну, мы без детей. Не, почему-то очень много вопросов. Где София? Где София? Ну, нельзя же быть круглые сутки с ребенком. Сейчас она с бабушкой и дедушкой. Андрюхе понравится, говорят, фильм. Интересно, почему? Так, ну ладно.